гостем нашего канала. С вами Росин, уважаемые гости, герои, генералы. И сегодня мы за вермахтом покатаемся. За вермахтом, что мы покатаемся на танке. Значит, у нас тут есть такой танчик, легкий, вооруженным пулеметом. Крупнокалиберным. Будем сейчас отстаивать деревню. Ну, или захватить, или держать. Там еще ничего не так, потому что мы уже захватили. Бой происходит внутри. Ну, на танках и пехота, массовка в виде искусственного интеллекта, как я понял. Ну, конечно, можно выходить самому в поле. Я просто покатал сегодня в этой игре. Нормально. Тело промахнулся. Немножко покатал за пехоту сегодня. И вот мне открылась танк. Решил вам показать, что это такое. Так, бежим в город. Происходит, ребят. Вначале мы можем появиться или на танке, или пешком. Вот пешком я сейчас высажусь на рынке, я нашел союз. Вот, здесь, в принципе, мы представляем из себя полевых таких бойцов. Нам бы найти какую-нибудь ракетницу. Застрелили меня. Нам бы найти какой-нибудь противотанковый ружо для того, чтобы танков очень плохо. Это чтобы мы могли подбить. В прошлый раз я его нашел. Успел до него добежать, если честно. Выходи, вот ты, русский солдат. Не успел, не взорвали. Потеряли мы лагерь Юг. Потеряли.
Очень плохо, очень плохо. Вот, поеду на танке нашего типа. Почему было пушки именно? Вспомогательное вооружение, ну, буду не остальным танкистом. Что, херовый танкист какой-то? Это у меня пулемет. Это у меня пулемет против врагов нашей немецкой родины. Вот же, как он долго едет. Я выпрыгнул лучше. Ну, пока как-то у меня танкистом, конечно, не впечатлило быть. Может, потому что у меня легкие танки. Эй, братуха, подожди. Может, потому что у меня легкий танк с этими тяжелыми пулеметами, и они какой-нибудь серьезный там, типа, калиберная пушка какой-нибудь, куда бы поинтереснее. Мне больше нравится пехотный бой. Да подожди, Энди. Энди, братуха, подожди. А, у нас уже 10 на 8 и по 12 человек и с каждой стороны. Поехали, братуха. Подвези меня в ад. Я хочу зайти в это село и, возможно, потом отправиться в Вальхаллу. Спасибо. От души в душу. Душевно в уши целую. Вот где они уже бегают с этими? Подлюки такие. Хоть бы мне кто-то дал бы. Чем мне вот против танков сражаться? Против пехоты это понятно, я как. О, батюшки, это танк вражеский. Против пехоты понятно, что я сражаюсь как волк. Мне бы еще против танков бы что-то бы противопоставить, скажем так. Привет, мистер Крыса. Небось, по нашим солдатам в спину стрелял, пата такая. Так, здесь ничего не вижу. Танкист. Я тебя тут застану, тварь. Кто-то еще крутой у нас, а? Проверить нижний этаж. Давите, сейчас, блин, как-то спуститься, ага, вот. Сколько патронов осталось, очень плохо. Надо какое-то ружье взять себе. Оп, на время хотя бы. Тут 17 патронов. Просто не сильно и много, но вражеский танк. Ай-яй-яй-яй. Мало, хипешки у меня мало. Ай, блин, только прицелился, чтобы его так смачно. Так, танк наш ближайший. Блин, вот. Пока он еще цел. Слаз. Удобно, что у этого танчика есть аптечки. Что там, братуха, с кем ты стреляешь? Оп. Мой выход. Блин, я его выкинул. Дурачок. А!
выстрелил, а особого выхлопа не было. Так, ладно, все, это танковый бой. Танковый бой, давай я возьму танк. Танк выправляюсь на танке, рядом с СССР могу выйти на танк. На танке не могу, только как солдат. Ладно, 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 ладно. Все, появляюсь на танке и положу край этим бесчинством русских солдат. Аж здесь появимся. Пока мы едем, можно выстрелиться в шлюпер, для того, чтобы лучше был обзор. Долго уже идет эта битва, если честно, наверное, минут 15 уже точно играем, если не больше. Я, кстати, не фанат Google Вермахта, вы не думаете, просто пока как из этой стороны играю. Я сегодня пробовал играть за три стороны, это США, Америка и... Вот точно, США и Америка, о чем говорю. США, Советский Союз и Вермахт. В принципе, все молодцы, все спортсмены. Так, заезжаем в зону боевых действий. Оп, тихонечко. Батюшки, сразу лобешник получил. Зашел, спрашиваю. Приехал. В общем, дольше ехал, скажем так. Давайте, наверное, буду появляться просто обычным солдатом. Это у меня лучше получается. Ребята, он у нас более раскачанный. Видите, на танке себе подцепляли и аптечки, и патроны. Я как бы такой штукой не вооружен. Так что от души в душу. Я вообще спрыгнул как спецназ. Не мог сориентироваться, куда мне бежать. Наши танкисты, все пацаны, все вместе идем в атаку. Меня с пистолетом особенно радует такой минобоевик, сильнейший. Такой у нас сильнейший боевик с пистолетом. А, так тоже враг. Ёлки-палки, что делается? Здрасте. 95% победы у нас уже. 96. Батюшки, кто-то по мне стреляет. Но я как Рэмбо, меня невозможно. Ну, кроме как человека, который мне в спину расстрелял. Яков Ростов. Не поможет тебе это, Яков Ростов, в любом случае, так что ты уже проиграл. И это победа, ребят. С вами был Ростик, это был контроль Game Online, игра Герои и Генералы, Вермахт, Танковые войска.